Год 50-летия пионерии, год полувекового юбилея Союза братства и нерушимой дружбы всех народов нашей необъятной Родины. За большую работу по воспитанию детей в духе ленинских заветов и в связи с 50-летием Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина удостоена высшей награды Родины Ордена Ленина. Им, сегодняшним пионерам, продолжать дело, начатое отцами и дедами. Им жить и работать на КамАЗе, им плавить сталь, им растить и собирать богатые урожаи, им охранять покой нашей земли, им покорять глубины океана и космические дали, им праздновать будущий столетний юбилей нашего государства и вековой юбилей ленинской пионерии. Пионер через жизнь пронесет верность торжественной клятве. Дорогой партии идти, страну советскую любить, достойной сменой старшим быть, как завещал нам Ленин жить.